А для чего они? Ты че? Те, кто шарит с руками и ногами, заберут? Да? Конечно. Мы с пацанами хотим заниматься коммерцией, зарабатывать деньги. Мог бы ты нам дать какой-нибудь товар на реализацию? Алга, это же вообще незаконно, да? Я вас всех могу бать! Всех! Три! Это же интегральная микросхема. Да, японский. 1300 за штуку. Сколько штук есть? Ну, пока 5. Сколько еще можешь поставить? А сколько надо? 500 штук. Да без проблем. Предлагаем вам за 50. Тогда тост, пацаны. О! За наше светлое будущее. И теперь, как прежде, уже никогда не будет. Сандраму с любого нахуй надо будет поставлю. Вы что такие заряженные? Ты уже не контролируешь ситуацию вообще. Вот так вот мы теперь разговаривать начали? Друзья. Чих, и нет тебя. А нет тела, и нет дела. Только друзей моих не трогайте. Умоляю. 300 раз говорила, мне не нужны твои деньги, мне не нужны эти дворцы. Я готова жить с тобой в однокомнатной квартире вместе с твоей мамой. Просто я хочу, чтобы ты был рядом. Я хочу засыпать со своим мужем и просыпаться рядом с ним. Вы такую предоплату сделали, где товар? Я сделаю все, чтобы решить этот вопрос. Сильное желание достичь чего-то – это уже 50% успеха.